мужчина где-то. Алло, кто там у это? Алло, медиков нет. Я не понял, что произошло, я просто газ давил и у меня что-то запили. Кто меня вытащил? Здрасте, ребята. Да, да. Вообще прям жестко тачка. Здорово, парни, что, отвезете до больнички? А кто хозяин? Куда вам дать больничку? Вам в тюрьму надо. Это что, это девушка говорит? Это девушка что? Здорово. Знакомая персона. Так что будет восстанавливаться. Что ты сказал? Пускай медика вызывает, я пускай поднимаю. Есть на медичке, непонятно. Дорогу вылетаю. Вы один раз всего в одном, блядь. Второй раз потом. Они приедут в нас. Мужики, а меня хватает. Да его тоже. Было бы понятно. Так, а мне-то за что в тюрьму? И это хозяин этого вообще-то. Я не хозяин. Нет, нет, он подпись. А, ну. А где хозяин? У нас машина. Я в тачке. Мы вообще мы поднимем. Я понял. Ну, вот эти двое, значит, будут... В полиции беспокоятся. Меня-то за что, да. Полиция, да? Кто может, оба виноваты? В смысле оба виноваты? Кто в монстре был, они сбежали, я видел. Один раз бортанули, второй раз бортанули. Так у тебя кто бортовал тебя? Нет, нет, поехали. А чё, как чуваков с монстра зовут, скажите? Пацаны, скажите, как чуваков с монстра зовут? Да, я же говорю, что был такой мощности, то что никто не выдержал. Вы что, по телевизору что было вообще? Первый раз. Я, короче, еду, да, по встрече, да, считаю. Ну, короче, я обгоняю, да, его. И он просто берет, и, видимо, тоже, не знаю, что хотел сделать, и прям мне в жопу, прям в бочину мне так. Кто? Кинул, ну, вот этот огромный этот грузовик. Я его обгонять начал, он мне в бочину. Да ты что гонишь, ты? Ты что, дядь? Что было? Я его по встречке обгонял, и... Ну, все, понятно. Как... Че, короче, денег вы мне за химта не дадите, да? Да. Кто это сказал? Это владелец химта, в которого въебались. Мне продать надо тачку свою, чтобы подать бабки. Поехали к гаражу, пацаны, подъедем, я подам тачку. Сейчас, участвую пока что. Я а, да? Блин, кичет ты был, вроде нормально ехал. У тебя есть ключи от собаки как-то? Я посижу за рулем, ничего. Вы с больничку везете? Ну, типа того, да. Ну, ближайшую, которая полицейская. Чё ж вот так, а? Да, вообще не в курсе, пацаны. У вас на лице капля крови, вы что, пёрнули? Вы что, врезаетесь? Вам, по-моему, тоже в полицию надо. Я все видел, у меня регистратор на лбу. А мне тоже на голову. О, тут еще и медика надо вызывать. У меня капусту украли, медиков пацаны. Медиков надо в сети. Мы сыролохи. Зинхинтал, а ключи есть? Нет, я посижу за рулем. От Volkswagen. А чем? Влад, ты придурок, Лёхе въехал куда-то. Ты мне так до штрафстоянки не довез. Все, в следующий раз я за рулем буду, понял меня? Да, Данил, слышь? А, да. Капуста фри почем продается? Блять, кореец. Это кореец, стоп, помнишь, который бежал, когда я на лампе стоял? Тут кореец, который бежал с порта. Фу, у него лицо страшное. Какой, какой ты, хол. Ты на себя посмотри, лицо у тебя страшное. Помнишь, когда ты ламбу мне чинил? Там пацан бежал. Узбек, бля, вот тогда он. Сам ты узбек, ты чё ты? Иди чем-чу продавай, слышишь? Чем-чу. У меня отмечка к твоей матери? Нет, заезжай, я не буду. Чистым шапот, дурак. Помогите мне кореец свой. А, мы куда поехали? Я не понял. Мы куда поехали? Мусарня? А, все, я понял. Влад, придурок, блядь. Да че, блядь, я не... Форс-мажор. Это фиаско, братан. Это фиаско, Данил. Это чисто фиаско, братан. Ой, что-то я поорал. Че ты такая? Данил, слышишь? Данил. Я умираю, Данил. Я не могу больше жить. Да я не могу.
Ты, куда ты умирай? Держись давай, ты еще сейчас денег мне за кем-то отдашь, потом умирай. Братан, я живой, я тебе отдам. Сколько он стоит? А я не помню. 7 миллионов стоит. Сколько? Нет, столько я отдать не смогу. Давай пятерик. Даже сбежались. Данила Зайцев. По-любому випка есть большая. А нет, откуда ты что, гонишь, что ли, какая випка? Я не за рулем был. Поднесете, пожалуйста, эту? Да, конечно. Вино. Один тут. Виновник умер, я за руль был просто в машине. Я-то не буду умирать, не переживай. Давай кидай меня на стул. Давай. О, спасибо огромное. Здрасте. Добрый день. Опять. Как вас дела? Да так не очень, что-то лодыжка побаливает. Это точно, да. Я прошу прощения, а можно мне на секунду расстегнуть с наручников? Я это сделаю от третьего лица вид. Ну я просто в машине сидел. Скачался полученный хран. А, я просто в машине сидел, в карту смотрел. А вот этот? Он был монстр. Я в машине сидел. Вот второй, тот парень. Я попросил только машину подвезти. Ты не узнаешь. А Удива ты где? Там он умер. Понял, хорошо. Так, вас выпустить надо? А можно меня на секунду развести? Спасибо. Нельзя. На секундочку буквально. Угу. Можете меня на секунду? Че, у тебя есть пятерик? Ты что говоришь? 5 миллионов, говорю, есть? Нет. 500 тысяч. Можете меня на секундочку развязать? Я... Оливер, да? Да. Потом, может, Дончик, можно ваш паспорт увидеть? Да, конечно. Ага, все. Пройдемте, пожалуйста, за мной. Можно меня на секунду... Боже мой, можно меня на секундочку развязать? Третьего, вот там сейчас постоять.